Председатель городской думы Светлана Каменская провела прием граждан по личным вопросам. В основном вопросы, с которыми обратились горожане, касались трудоустройства. По многим я буду направлять соответствующие депутатские запросы об информировании, например, центра занятости населения, потому что многие состоят на учете, чтобы понимать, какая работа проводится центром занятости в отношении их дальнейшего трудоустройства, может быть, переобучения, переквалификации, разъяснения какой-то возможности иного механизма решения этих проблем. Сегодня в Муравленко официально признаны безработными 121 человек. В банке вакансий 407 позиций. Дефицит рабочих кадров наблюдается в строительстве, образовании и транспортных компаниях. Городские организации нуждаются в водителях, машинистах, спецтехнике, поварах, инженерах, экономистах и учителях. Встречи с жителями города председатель городской думы проводит ежемесячно в общественной приемной по адресу Губкина, 32. В августе прием граждан по личным вопросам пройдет 23 и 30 числа.